Так, ну здрасте всем, вы на канале Crypto Commons, и сегодня у нас специальный экстренный выпуск, конечно же, посвященный Dogecoin. Вы посмотрите на это. Это сложно выразить словами, такой памп, и сложно здесь вообще какой-то теханализ делать и фундаментальный анализ, но давайте попробуем разобраться в том, что произошло и чего ожидать дальше в целом. Поехали. Вот вчерашняя новость. Dogecoin вырос за сутки на 200%, обойдя капитализацию EOS. Уже не актуально, потому что сейчас по факту Dogecoin вырос за сутки уже на 563% и за неделю на 767%, обойдя по капитализации уже и Chainlink, и Litecoin, и Stellar. Короче говоря, ребята, это просто какой-то привет. Dogecoin на 7-й строчке в CoinMarketCap, но давайте не будем впадать в FOMO и попробуем разобраться технически. Где он сейчас, на каких отметках и чего его ждет? Смотрим график Dogecoin BTC. Doge BTC у нас добил до 175 сатоши. При том, что недавно еще он стоил в районе 20 сатоши. Вот, даже до 15 сатоши опускался. До 16-15 сатоши, где его давали откупить. Для того, чтобы разобраться получше, предлагаю отдалиться на недельный таймфрейм и понять. Сейчас все спрашивают, что происходит, почему Doge пампит. Да ничего не происходит. Doge, как всегда, делает. Посмотрите. Dogecoin — это памп-дамп монета. Это очень хорошая монета. Я ничего не говорю, я очень ее люблю тоже. Но в целом ее график выглядит всегда вот так. И не смотрите Binance, потому что Binance молодая биржа, она появилась только вот здесь, в середине пути, в 2017. А у Dogecoin долгая история, вот, начиная с 2014, он, собственно, так всегда и ходил. Вот мы смотрим график с Poloniex, как со старейшей биржи. Dogecoin, если вы обратите внимание, он периодичностью примерно в среднем раз в год всегда ходил на 100 сатоши, иногда выше, иногда ниже. Вот, смотрите, мы здесь можем видеть на недельном таймфрейме, мы с вами можем видеть это четко. И построить даже некоторые уровни. Вот мы можем видеть, что сейчас Dogecoin к биткоину практически нацелился на all-time high. All-time high, конечно, у него был вот здесь, повыше, когда его вбросили на биржу, но он там был недолго. Вот, видите, по 200 с чем-то сатоши. И даже не факт, что он там был, надо сравнить с другими биржами. Это, возможно, просто, знаете, когда монету вбрасывают на биржу, она вот так вот делает. Но в целом достаточно существенные исторические пики вот здесь у нас были на 138 сатоши, можно отметить. Ну и более-менее округленный уровень — это 100 сатоши. Посмотрите, он до него добивал практически в каждый памп. Но, опять же, если вы заметите, то последние 2 года Dogecoin не пампил так высоко. Все от него ждали, что он опять начнет вот так вот делать здесь. Многие ждали, и кто меня смотрел уже год назад, знали, что мы здесь ждали, что он будет делать вот так. Но он так не делал. Он всех обманывал. И год болтался внизу и доходил здесь вот максимум до 60 сатоши. Ну, тем более биток вырос за это время в разы, вы понимаете, да? Вот, а нижняя граница у него, ну, более-менее серьезная поддержка в районе 20 сатоши, вот она здесь. И мы под нее проваливались ложно несколько раз вот здесь, на 15 сатоши вот здесь и вот здесь сейчас недавно. Ну и по RSI тут это видно, что это была перепроданная зона. Сейчас же мы видим на недельном таймфрейме, что EMA Ribbon разворачивается в бычью сторону вот здесь. То есть, в принципе, хороший сигнал. Но Doge так резко пампится и дампится, что уже впрыгивать в такой сигнал поздно, скорее всего. Потому что, смотрите, если Doge поведет себя так, как обычно, то мы увидим буквально сегодня-завтра локальную вершину. И последующий вот такой вот спад с откатиками, конечно. Но посмотрите на историю. Видите, он может упасть туда же, откуда и начал. Может плавнее это делать. Но в целом, грубо говоря, на свой страх и риск, не финансовый совет, дисклеймер, конечно же, но можно попробовать это пошортить в какой-то момент. Я не говорю, что прямо сейчас, но в какой-то момент. На Poloniex'е можно шортить аккуратно во 2,5 плече к биткоину, когда вы увидите вот эту двойную вершину и разворотную формацию. Либо на Binance можно это шортить к USDT в плече до 20-го, но вы сами понимаете, что это самоубийство, шортить такую тему. Потому что все это похоже на то, что произошло с акциями компании GameStop, которые выросли более чем на 360% за небольшое время. Тоже, опять же, там это вымирающая компания, и крупные хедж-фонды шортили их акции.
И потеряли уже 3,5 миллиарда долларов на том, что чуваки из Reddit просто решили запампить эти акции, чтобы устроить шорт-сквиз и высосать эти миллиарды из хедж-фондов. Понимаете, как работает шорт-сквиз и как работает рынок? Ну и Dogecoin тоже, видать, кто-то зашортил просто адово, и вот он улетел в космос. Ну еще раз вам говорю, как бы не финансовый, конечно, дисклеймер, но это вечно длиться не может. Он по-любому пойдет в коррекцию и в очень сильную, как показывает практика. Может, конечно, и сломаться эта модель, по которой он всегда ходит, и затянуться, нарисовать какую-нибудь более продолжительную двойную вершину или даже еще больший заброс наверх к этому уровню. Но, тем не менее, в какой-то момент неумолимо мы увидим вот такое движение, и оно будет достаточно глубоким и, не знаю, насколько плавным, но вначале, как правило, резким, как вы видите. Вот, посмотрите на все вот эти пузыри, которые надувались и сдувались на доджкоине. Поэтому, еще раз говорю, для отчаянных хамикадзе шортистов это просто лакомый кусочек. Сейчас, когда ваши школьные друзья начнут звонить и спрашивать, как купить Dogecoin, можете спокойно им продавать его с плечом. Вот. И вот такая вот тема. Но что еще тут скажешь? Тем не менее, это похоже на хороший предвестник альтсезона на самом деле, потому что стрелять-то все потихоньку начинает. Пока биток и эфир достаточно так мнутся во флете, но уже и Ripple подтянулся, и Stellar. Вон и Stellar уже хорошо запампился на 1000 сатоши. На 1100 с чем-то даже. И откатывается, сейчас бычий флаг рисует. И Ripple тоже полетел с ним на перегонки. Но пока еще на 900 сатоши. Так что не знаю, что. Кто не успел, конечно, на этот Dogecoin ракету, лучше в нее сейчас не впрыгивать. Шортить тоже пока рано, подождите, пока увидите подтверждение разворота. Вот, а Dash, вы поймите, что Dash скоро начнет так делать, как и все другие монеты, альты, которые вы держите, они тоже скоро начнут вот так же стрелять. Потому что видите, что сделал Dodge, еще раз вернувшись к нему, к биткоину? Он пробил все мыслимые и немыслимые сопротивления и улетел в космос. Поэтому, если вы сидите в монетах, то сидите в них и ждите спокойно. Raven и Dash еще даже не зашевелились. Вот, ну а так, что, кто смотрел мой лайвстрим позавчерашний, ничего не поменялось. Лонг, который открывал по лайткоину, так и держу. Вот он в плюсе уже на $150. Но и для тех, кто хочет поторговать нормальными монетами, а не доджкоином, ссылка на биржу Femex в описании. Здесь очень много, в том числе и дефайные монеты, и также золото. Вы можете торговать здесь реальным золотом. Много полезных фишек у биржи, таких как саб-аккаунты для хеджирования, брекет-ордеры. Вы можете лимитными заявками работать как маркетмейкер с помощью этой функции. По этой теме у меня есть видеоурок, сейчас он появится сверху, тоже гляньте, посмотрите. Ну и как-то так, собственно, что, продолжаем в том же духе. Вот, ну а так, что еще можно сказать? Сегодня вот такой короткий выпуск, посвященный Dodge. Так что держим свои монетки, ждем. Dash по-любому скоро выстрелит, так что мало не покажется. Bitcash, Raven, Stellar тоже держу. В общем, напишите в комментариях, какие монеты держите вы, какие у вас позиции. Шортить такое вообще никому не рекомендую. И то, что я говорил сейчас про шорт Dogecoin, это только технически, вы понимаете, я надеюсь, что это не призыв к действию. Держите голову в холоде, а жопу в тепле. Вот, в общем, это был канал Crypto Commons, ничего не поменялось, альтсезон начинается. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и до следующего выпуска, всем профита, бай.